Всем привет, с вами Дмитрий Флок и Легонь Димон. И сегодня я вам представляю топ самых имбовых бравлеров. Погнали! А перед началом данного ролика я хочу вам сказать, что это лично мое мнение. Так что всем удачного просмотра! На пятом месте у нас располагается бравлер Пока. Он равен редкой редкости. Но раньше, как мне некоторые говорили, его считали легендарками. Я в это не верю. На самом деле, Пока очень крутой персонаж. Я не знаю, почему некоторые его считают. Но мне так он очень сильно нравится. Во-первых, его гаджет, он всех хилит. И его в том числе. И его ульта тоже всех хилит. А вот если еще и с пассивкой ульта, то даже может дамазать кого-то. То есть он может постоять сам за себя. На четвертое место у нас сегодня запрыгнул Рика. Да, вот сейчас вы видите на экране скин мажор Рика. Вообще некоторые мне говорят, то, что Рика это какой-то бочка с Винни-Пухом. Некоторые мне так даже пишут, друзья. На самом деле Рика это вообще топовый персонаж. Его гаджет это супер. Даже можно сказать, что он лучше Гейла в некоторых случаях. И пассивки у него крутые. На третьем месте у нас сегодня Джеки, и она бурит землю. Угадайте, почему я закинул ее в самые имбовые бравлеры? Да потому что ее удар может бить через стены. Она может встать в центре, где 6, даже 9 ящиков, все их убить, разорвать и забрать все банки себе. Круто? На втором месте у нас очень имбовый бравлер, и он новый. Его зовут Нани, точнее ее. Она очень имбовая, потому что может даже в некоторых случаях стрелять и через кактус, и через стену попасть. Очень круто, правда? Новый хроматический бравлер Вольт. Звездный бравлер сегодняшнего выпуска. Он очень крутой. Стреляет он шаром, и если попадает этот шар, сгусток, в другого бравлера, разбивается еще на два. Если ты сейчас это проигнуешь, то тебе выпадет всего каких-то 20 монет. Но если ты поставишь лайк, подпишешься на мой канал и поставишь колокольчик, то тебе выпадет тот бравлер, которого ты захочешь.